Сейчас в магазине можно купить просто абсолютно любой материал. Но вы знали, что из обычного камня можно сделать каску самостоятельно? Для начала надо раздробить его в ступе. Это довольно грубая работа, будут лететь осколки. Перетираем камень до состояния порошка. Далее перекладываем порошок на стекло и при помощи шлифованного камня и воды доводим состав до мелкой дисперсии. Это довольно долгий процесс, который требует времени. Далее добавляем клеевую основу. И вот у нас уже получилась полноценная краска, которую мы можем использовать в своих живописных работах.